Одно нажатие клавиши, и компьютер готов делать то, что еще несколько лет назад было под силу только рукам человека. Электронный интеллект с предельной точностью вырезает фигуры, рисует картинки и печатает коллажи. Специально для анапских учащихся была организована экскурсия. Ребята увидели, что такое современные технологии на практике, и даже попробовали сделать что-то самостоятельно. Они здесь могут познакомиться с самыми современными технологиями, такими как 3D-печать, печать на различных поверхностях, гравировка. То есть что, по сути, можно использовать в своих разработках, на своих предприятиях, магазинах, фирмах. В общем, все, чем студенты могут заниматься на данный момент. Анапские студенты шутят, мол, теперь даже автомобиль можно сделать на 3D-принтере. Такие системы для них не в диковинку. Многие из ребят проходят обучение на прикладных специальностях, и эти устройства для них – путевка в свой бизнес. Например, студентка Кристина Вырупаева учится работать на самой большой из машин – ультрафиолетовом принтере. Поскольку моя специальность – реклама, мне очень интересно это устройство – лазерный, ультралазерный принтер, который может печатать на любые поверхности цветные картинки. Также можно печатать картинки на чехле, стикеры, наклейки. Тем более, это наша честная разработка. Специально для нашей съемочной группы Кристина нарисовала на память логотип нашего телеканала прямо на чехле мобильного телефона. Казалось бы, еще недавно писатели-фантасты рисовали далекое будущее, летающие машины, кроссовки без шнурков и видеофоны. Тогда казалось, что подобная технология – утопия, однако уже сейчас в Анапе можно наблюдать, как будущее становится настоящим.